Артем, ты не хочешь развеяться? Да когда не очень, если честно, а что? На рынок и в магазин сходить надо. Сегодня? Не сегодня, а сейчас. У нас соль закончилась, масло подсолнечное и вообще много всего. Я тут список приготовила. Сходишь? Хорошо, сейчас. Масло обязательно кивийское, а не как в прошлый раз. Хорошо. Сыночка, не опоздай на маршрутку. Маршрутка! Где мяч? Сюда закинули? Да, да! Хорошо, сейчас. Не отвлекать его!
говорил же, что акробатика в паркуре не нужна. О, мне уже выходить. Что это было? Да, сыночка. Майя, кажись, деньги забыл. Посмотри, кошелек на столе. Да, лежит здесь. Ясно. Что же делать? Ну что делать? Приезжай за кошельком. Ну, окей. Еду. Я...